У меня покрышки Gravel King, блин, они специально для гревела. Ой, зря я сюда поехал. Все, буксую уже. Покрышки-то не держат нифига. А, черт. Есть 40% градиент. Решили сегодня съездить с коллегами на гору. Такая есть гора, большая довольно-таки. По меркам Чехии. Всегда красный. Передача. Других нету. А это зачем? В чем прикол? Ну, потому что мне придется ломить. Придется вставать. А, ты уже потренироваться заранее? Нет. А спереди 34, да? 35. А, 35. У тебя даже хуже, чем у меня получается. Ой, зря я сюда поехал. Да-да-да. Да, все, без шансов. Фу. Ну, теперь тест ботинок, у кого лучше. Не факт, может, ты сейчас со своими чехлами затащишь.
ладно, значит, пешая экскурсия. Градиент что-то типа 40% в пике. Даже пешком тяжеловато идти. Есть 40% градиент. Типа, да? Тебя растолкать, может быть, наверх? Я не сейчас. Нагору? Да, да. А то ты подкану. А заплачивает? Пытался не так же. Так, попытка 3. Учти, что у тебя еще покрышка грязь набирает, и потом скользить начинает, когда на бетон выезжаешь. Не знаю даже. Разгон с грунта такое. Ну почти. Я там забуксовал. Блин. Ну да. А там еще будет одно место с таким градиентом, да? Нет. Или это все уже? Понятно. То есть главное в этот заехать 40% и дальше можно. Понятно. Не знаю, этот градиент похож на тот, который был, мне кажется. Буксую уже. Так, я тебя обгоню аккуратненько. Не, на больше меня пока не хватает. Ой-ой-ой. Как тут скользко-то, оказывается. О, блин. Покрыхи-то не держит нифига. А, черт. Ой, блин. Ой, как весело. Опять? Блин. Короче, Gravel King вот эти лысые нифига не держат, я тебе скажу. Добрый день. Я смогу так сильно выпорю, но. Так, 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 сейчас я к тебе приеду, блин. А, не, все, остановился, нормально. Все, дальше пешком. Тоже. Корни хорошие. Так, тебе там помочь как-то, не? Короче, блин, чернозем и Gravel King – это несовместимые вещи. Так, мне жалко тормоза, пойду дальше пешком. Колодки стачиваются просто дико. Лучше пешочком. Колодок не напасешься, блин. Короче, я экономлю колодки и иду обратно пешком. Здесь вот место с самым крутым градиентом. Сейчас попробую подбежать. Как-то, не знаю.
по деревьям. Деревья вертикально растут, а здесь вот все вниз сейчас. Ну давай тогда. Чувак спрашивает, какие велики у нас? А мне налево? И тебе налево, по идее, да. Ага, ну все, давай, давай. Угу, пока. Нормально. Ты рад. Да, я не против. У меня покрышки Gravel King, блин. Они специально для гревела. Что говоришь? Для таких стопок МТБ не нужен. Ну да. Даже надпилить успели. Короче, я с непривычки укатался на 93-м километре пути. Отпустил коллегу уже, пусть он домой едет. А я потихонечку сам ковыляю дальше. Сейчас как раз нужно будет эти все обхилы преодолевать и так далее. Так что я вообще неспешно качусь. Ну вот и есть сотка. Отлично.
Так, нужно подвести, наверное, краткие итоги поездки. На одометре сейчас 110, до дома еще километров 15 где-то, значит, будет 125. На гору Ржиб никто из нас не заехал, а у меня лично мощности просто не хватает и передачи, чтобы туда забраться. Ну, даже если было сухо, я туда все равно не заехал. 40% градиент там пиковый вообще. И к концу поездки я что-то подукатался, и сейчас вообще на расслабоне на полном еду. Нужно больше выкатываться, в общем.